Алло. Витек, слышь, Витек, я еще живой, пока еще не прибили меня. Ну дай бог, дай бог. Да, говори. Короче, тут у нас, короче, маленькая, большая жопа, мы в Донецке. Нас 19 человек. Наш взвод, короче, расхерашили. Нас осталось 3 человек всего лишь. Тут, короче, сейчас жопа, короче, мы живем в подвале, тут пипец, блядь, нас не кормят нихуя, нам жопа, короче, происходит здесь. Командования нет, у нашего бритву позывного, блядь, убили нахуй с нашим расчетом, блядь. Но мы не успели уйти. Вот, прибились к артиллерии. Если что придет, не дай бог, на меня, ну, груз 200, блядь, и самое, я живой, да, понял? Мы будем выходить в Россию, понял? Отсюда, вот, все, с пацанами, 19 человек, потому что тут пиздец, что творится. Мы вообще в кольце были, блядь. Ну, ты понятно, понял, сейчас где, в Донецке? В Донецкой республике мы сейчас стоим. Алло. Стоите, все хорошо. А украинцы наступают? Алло, алло. Так они тут жопа, что творится. Мы ходим, тут вообще пипец, что они вот они, блядь. Ты трое осталось всего лишь. С того Витька. Помнишь Витька, который я, с кем я ехал? Ну, Вот, снайпер снял прям в первый же день, блядь, его ебнуло. Я там пипец, ой, обливался весь, блядь. Смотри, Андрей, я тебе еще раз говорю, командованию своему скажи. Нету никого у нас. На дни, понимаешь, нету ни офицеров, идите никого. В любую часть, идите к любой части. Да к куда нашим, вы пойдете, видите, тут уклопы стоят. Везде уклопы стоят, мы сейчас пойдем по дороге, сейчас в плен возьмут. Ты что, думаешь, что ли? Куда мы пойдем, везде, блядь, все, блядь, окружили, нахуй. Куда мы пойдем? Пойдем в колонны. Наши где? Нету никого. Слушай меня внимательно. Боекомплект с собой возьми около 1000. Есть. Боеприпасы. На автоматы есть, все вот, есть. Возьми, чем больше, тем лучше. Из подвала не вылазите. Вылазь при крайней необходимости. Когда наши отобьют, уже тогда только выходить. Куда наши отобьют, наших нет, пока нет, Господи. Там,